Добрый день. Здравствуйте. Да, мы открыты. Да, еще где-то полтора часа. Да, будем открыты. Вам нужно лекарство купить. Понятно, раз вы пришли в аптеку. Не только лекарства, да, еще? Хорошо. Прекрасно. Я к вашим услугам. Да. Рецепты есть. Давайте сразу посмотрим ваши рецепты. Можете мне их дать? Давайте. Спасибо. Так, сколько? Еще один? Давайте. Так. Ясные антибиотики, да, вам выписали? Давно у вас вообще вот насморк, температура держится давно? Ага, и аллергический компонент, да, подмешан. Странно, хотя сейчас не цветут цветы. Ага, у вас такая форма. Ясно. В больнице лежали даже? Ой-ой-ой. Ну, я смотрю, вам вот доктор тут выписал и от аллергии, и от инфекции в носу, да, от грибковой, инфекционной поражения. Нет, для профилактики, да. А температура какой день? Только сегодня? Ночью плохо спали. Ясно. И травка нужна вам, да, какие-то сборы успокоительные. Хорошо. Ну, говорите тогда. Давайте. Так, сейчас подождите, я посмотрю, есть ли у нас этот антибиотик. Секундочку. Так. Одну секунду. Так. Да, есть. Есть он, есть аналог. Есть французский препарат. Сейчас я вам покажу. Блистеры, да, можно купить несколько. Сколько вам нужно принимать его? Ага, 3 дня. Знаете, вам даже будет удобнее купить вот так вот по... Да, по 2 блистера буквально, чем упаковку. Да, это французский препарат, очень хороший. Он как бы и температуру собьет, если какой-то... вирус. А вы вообще в ура? Когда последний раз были? Даже у 3 воров. И все говорят разное. Но знаете, да, бывает такое часто. Да, как говорят, медицина — это самая неточная наука. Ой, ну хорошо, я надеюсь, после... Давайте я вам отпущу какие-то препараты, которые вам, я надеюсь, помогут. Да. Здоровье — это самое важное, конечно. Не отчаивайтесь, не надо, конечно. Вы обязательно вылечитесь. Да. Давайте, смотрите, значит, по этому антибиотику я вам сразу в пакеты буду сюда класть. Тут 2 блистера. Так. Термометр, да? Давайте я вам вот такой термометр предложу. Ну, недорогой, цифровой, да. Швейцарий изготовитель. Хороший. Тут буквально полминуты померите температурку. Положить. А вы хотели такой вот, да, термометр, когда по лобику так проводишь. Но вы знаете, у нас вот они буквально на днях закончились. Да, их было мало, но они, знаете, очень быстро расходятся. Да, их для деток маленьких берут, потому что деткам измерить температуру сложновато, они увертываются, да. Там буквально 3 секунды. Ну, вы знаете, этот не менее точный. Да, поэтому я укладу, да, в пакетик сразу. Хорошо. Так, что еще у меня? Ага, вот этот вот, вот знаете, дайте я посмотрю этот спрей. Он такой деликатный и очень редко у нас бывает. Я гляну. Вы знаете, нет. Смотрю, что именно этого нету спрея. А есть Avamis. Это тоже, по-моему, французский. Дайте я посмотрю сейчас. Ага. Да, Великобритания, английский препарат Avamis, назальный спрей дозированный на 120 доз. То есть на, ну, достаточно вам его хватит. Он, ну, правда, не дешевый, да. Порядка сколько? Да, $20. Здоровье важнее, конечно. Кладем его в Avamis. Хорошо. Хорошо. Знаете, я вам буду подбирать еще, если я знаю, что, например, препарат хороший, да, отечественного производителя, то я вам не буду
как говорится, подсовывать швейцарского лишь потому, что это Швейцария. Я разбираюсь достаточно хорошо, так что доверьтесь. Мы в нашей аптеке клиентов за нос не водим. Приходят пенсионеры, да, у которых на самом деле, ну где у пенсионера денежки, правильно? И мы всегда идем навстречу, я всегда как-то стараюсь все-таки, да, предложить тот препарат, который, ну, намного дешевле, но тоже эффективный. Может быть, давайте еще витаминки. Возьмете, вот предложу вам супрадин витамины. Супрадин. Да, это немецкий, но это витамины не очень дорогие. И здесь у нас 13 витаминов, 12 минеральных веществ и микроэлементов. Да, тут очень много, знаете, несбалансированное, неполноценное питание, разные кишечно-желудочные заболевания, умственные нагрузки, истощение, усталость. Да, хронические острые заболевания в период выздоровления. Я думаю, что 120 штучек, ой, нет, 30 капсул, да. Такая баночка. Каждое утро будете принимать по капсуле после еды. Еды. Там вам, да, они недорогие, но они хорошие. Силы вам сейчас тоже нужны. Так что вам доктор еще тут выписал. Так, от аллергии. От аллергодил, наверное, у нас, кстати, и есть. Сейчас я посмотрю. Оп. Да, аллергодил есть. Так, вот. Вот наш аллергодил. Вот, тоже назальный спрей. Сколько пользоваться? Так, два раза в день, угу, по два пшика в каждую ноздрю. Угу. Тоже немецкий препарат хороший. Аллергии разных видов. Да. Кладу вам пакет. Так, Делуфен следующий, который доктор вам прописал, это... Да, от инфекционных заболеваний, грибковых поражений носа. Делуфен. Делуфен. Это вообще гомеопатическое средство, да, вы знаете, да, гомеопатия. Это австрийский препарат. Значит, он направлен на лечение ринитов, различных форм ринита, на инфекционный, вирусный, бактерицидный, бактериальный, хронический, катаральный, гипертрофический, атрофический ринит, то есть вот все формы ринита, да, и даже воспаление слуховой трубы. Поэтому... Вот это хороший очень препарат, Делуфен. Я вам его тогда тоже кладу. Так, знаете, я бы хотела вам еще у вас выписать. Я смотрю, доктор еще Тривин выписал, да? Угу. Давайте я вам тогда еще в таблеточках выпишу вам вот такие витаминки. Они производство наше. Наше производство, но эти витамины, они, вы их будете принимать днем после обеда. Витамины идут именно на укрепление иммунитета. Да. Да, будете принимать и эти, и те витаминки. Хорошо? Потому что вижу, что такая слабость у вас, да? Угу. Ну, вот витаминки вам должны обязательно, витаминки помочь. Бодрость вам дадут, силу такую дадут, не отчаивайтесь. Еще раз вам повторяю, все лечится, тем более такая форма. Ну да, видите, как говорится, врачи тоже разные бывают, но надо найти своего врача. Угу. Но вам все равно уже легче, да, вы чувствуете? Ну вот прекрасно, вот попользуйтесь еще вот этими всеми препаратами, которые вам ваш врач выписал. Я надеюсь, вы пойдете на поправку. Так, и что? Возьмите назад. Так, эти рецептики я оставляю. Рецепты я забираю. У вас все в один... Нет, у вас только еще аллергодил в двух экземплярах. Угу. Поэтому аллергодил возьмите, пожалуйста. Это за вторым флакончиком. Если понадобится, придете. А вот эти три... Да, три... эти три рецепта я забираю себе, да. Клетчатка? Конечно, есть. Конечно, у нас еще и продаются какие-то, да, органические продукты. Наша аптека так и называется, зеленая аптека. Пшеничную клетчатку. Смотрите, я вам такую тогда предложу. Вот такая клетчатка пшеничная с брусникой.
Здоровое питание, да. Уникальный источник натуральных пищевых волокон, необходимые для стимулирования желудочно-кишечного тракта, профилактика разных болезней кишечника. Вот. И снижению способствует, во-первых, нормализации оттока желчи и снижению уровня холестерина в крови. Здесь у нас сушеная брусника идет и пшеничная клетчатка. Клетчатка, да. Как использовать? Вы же знаете, да? Каши, в овощные блюда, в супы, в мясные. Угу. По 4-5 ложек. Это где-то 30-40 грамм. Да. Пойду вам тоже хорошо. Так, еще вы хотели салфетки какие? Детские салфеточки. Угу. Ну, давайте тогда я вам дам вот такие Pampers Sensitive. Очень удобный, потому что здесь вот эта пластиковая крышечка. Открываете, да? Достаете салфеточку. 156 штук, что салфеток. Очень вот эта вот пластиковая закрывашка, открывашка. Очень удобно. Удобнее, нежели когда здесь вот просто лента, да? Памперс компания. Доверяете, да, любите. Ну, прекрасно. И салфетки для рук. Угу. Так, сейчас посмотрим. У нас есть разные. Есть производство Франция, Италия, Швейцария. Вот смотрите, кстати, смотрю у нас на акции вот такие вот швейцарские салфеточки. И стоят они на 70% дешевле. Поэтому я их вам предлагаю. Это 20 штук. Такие приятные, очень приятный запах. Тоже кладуем. И мы с вами говорили, вам нужно еще что-то для успокоения, да, из натуральных трав заваривать. Угу. Давайте тогда ромашечку, цветки ромашки возьмете. Тут пакетики, по-моему. Да, 20 фильтр пакетиков. Будете заваривать и пить один где-то, 2-3 чашечки, особенно на ночь. Чтобы уснуть лучше. Можно подышать парами ромашки. Правда? Вот. Так, что еще вы хотели? А, борная кислота. Зачем вам, если не секрет? Ага, интересно. Это работает, да? То есть, если кожаный диван, кресло, ребенок нарисовал ручкой, фломастером, то борной кислотой можно убрать, да, с кожи. Ну, не позже часа, когда пройдет 2-3 часа, да? Не позже 2 часов. Интересно, буду знать, у меня тоже такое случалось. Да. То есть борную кислоту нанесли на ватный диск и на кожу по нарисованному. Там, где ребенок нарисовал, да, что-то на кожаном диване. Хорошо, такое дешевое средство. Ну, 2 флакончика тогда положу, хорошо? Давайте. А я вам тогда тоже скажу трюк. Вот эти салфетки, да, честно говоря, я даже не знаю их состав, но догадываюсь. Душевая кабина, прекрасно стекло очищается вот такими влажными салфетками. То есть вообще, если вы помоетесь, даже если пройдет дни, если даже неделю целую вы не будете абсолютно мыть кабину, да, душевую, то вот вода оставляет белые пятна, да, белые эти вот капли разводы. Вот эта салфетка, она убирает все. Представляете? Просто вообще. Поэтому вам такой совет, я говорю, душевую кабину, ну, детской салфеткой нужно привести в порядок за считанные секунды. Да. Ну, по-моему, все мы с вами, да. Рецепт я вам отдала, так что еще клетчатку взяли, пакетик. А давайте, знаете, я вам еще, вы очень приятный покупатель, и я желаю вам, чтобы вы быстрее поправились, и вы обязательно поправитесь, обязательно. Я вам подарю вот от себя лично, можно сказать, это никакая не акция, ничего, такую маску Skin Light, корейская фирма. Маска для лица с коллагеном и экстрактом морских водорослей. Вот, буквально на 20 минут, 15-20 нанесите, положите ее на лицо, и чтобы
здесь у нас, значит, у нас здесь экстракт морских водорослей, который восстанавливает защитные механизмы, стимулирует кровообращение, процесс обновления клеток кожи, регулирует кислотно-щелочной и водные балансы, успокаивает, смягчает, увлажняет кожу, делает ее эластичной и упругой. И очень удобно в использовании маска, да? Вскройте упаковочку, потянув за края, развернете маску, положите ее на лицо, отдохнете 15-20 минут, удалите маску, а все, что осталось на лице, просто помассируйте кожу до полного впитывания, то есть не смывайте. Да, излишки маски, вот влаги этой, не смывайте. Вот, и состав тут достаточно нормальный, хороший. Только если вдруг попадет в глаза, то, ну, во-первых, избегайте этого, но если попадет, то сразу промойте теплой водой. Да, такая маска для всех типов кожи, да. Skin Light. Может быть, знакома корейская такая косметика? Нет, да? Ну вот, попробуйте, там подарочек. Я приложу ваш мешочек. Да. Давайте рассчитаемся тогда. Угу. Так. Таз вас. Ага. 400 200 рублей. Да. Я желаю вам скорейшего выздоровления и приходите уже к нам в аптеку не за таблетками, не за какими-то медицинскими препаратами, а приходите к нам за масками, за интересными зубными пастами, и для деток вот берем, за шампунями у нас представлена огромная коллекция, огромный выбор шампуней, да, ухода, есть уход за телом, за лицом, поправляйтесь, пожалуйста, поправляйтесь, я вам от чистого, я вам это искренне желаю. До свидания.